дорогие друзья! Всем большой привет из Иерусалима! С вами Павел и Лариса Платонова. Лето зимой в Израиле заканчивается. И к выходным дням ожидаем серьезного похолодания, а возможно даже снег. Прогнозы оправдались. Неделю назад в Израиле снег все-таки выпал, помните? Мы буквально рванули из дома сюда, в Иерусалимский ботанический сад, чтобы успеть посмотреть на его великолепие. Расцвела сакура. Все в буйстве цветения. Поистине еще одна жемчужина Израиля. Замечательное место в море зелени и цветов. Здесь собрана самая большая коллекция растений не только в Израиле, но и на всем Ближнем Востоке. Более 10 тысяч видов и сортов растений из всего мира. Цветет сакура, японская вишня, воспетая японскими поэтами и художниками. Символ быстротечности, мимолетности человеческой жизни, которая проходит так же быстро, как 10 дней, на протяжении которых деревья японской вишни покрыты нежными цветами, источающими изумительный аромат. Но через полторы недели после начала цветения наступает увядание. Землю засыпает белорозовая метель облетающих лепестков. Плодов от нее не ждите. Это декоративное растение, несъедобная разновидность вишни. Это национальное достояние и символ Японии. Степень преклонения перед сакурой, от которой даже ягодок не дождешься, вызывает уважение. Это целый культ. Каждый год японское метеорологическое агентство публикует прогноз цветения сакуры вместе с прогнозом погоды. Японцы очень внимательно следят за этими прогнозами. А зачем? А чтобы спланировать проведение праздника в Ханами. Что это такое? Целыми семьями, рабочими коллективами японцы отправляются в ближайшие скверы и парки на пикники. Пикник обязательно с горячительными напитками. Но не простой пикник, а под сакурой. И стоит сакуре распуститься, как толпы людей спешат расстелить полиэтиленовый коврик под цветущим деревом, любоваться сакурой и выпивать не просто так, а с видом на сакуру и за нее. Каждый гражданин Японии считает своим долгом полюбоваться бело-розовым цветением. Этот обычай первоначально распространялся на представителей элиты императорского двора. Но постепенно он охватил и самураев, а после стал всенародным. В нашем ботаническом саду я насчитал 11 деревьев сакуры. Дорогие друзья, случайно увидев в окно это небо в каких-то сюрреалистических красках, мы были потрясены его красотой. Это Иудейская пустыня. Закат после холодного и снежного дня в Иерусалиме. Делимся с вами увиденным. И снова мы в ботаническом саду тремя днями ранее. Иерусалимский ботанический сад привлекает к себе и туристов, и любителей знания,
И это центр серьезных исследований. В нем представлены множество разновидностей растений со всего мира, которые для удобства посетителей разделены на 6 географических участков. Это Южная Африка, Европа, Северная Америка, Австралия, Юго-Западная и Центральная Азия и Средиземноморье. Особенность сада заключается в том, что он находится на границе климатических зон. Садовые участки цветут в течение всего года и имитируют пейзажи каждого географического региона. Каждого растения, дерева, куста и цветка и цветочной клумбы располагаются таблички с названиями, что для многих очень важно. Здесь собрана самая большая коллекция растений не только в Израиле, но и на всем Ближнем Востоке. Более 10 тысяч видов и сортов растений со всего мира. Работа по созданию этого уникального природного комплекса началась в 1926 году и совсем в другом месте, на склонах горы Скопус, был приобретен первый участок. Первое дерево ботанического комплекса было посажено в 1931 году доктором Александром Эйк. Он и профессор Отто Варбург – основатели ботанического сада. Их любовь к Израилю и его природе была огромная, и всю свою жизнь они посвятили изучению его растительного мира. После основания Израиля и войны за его независимость в 1948 году участок земли с университетом, зоопарком и садом был отрезан от Израиля. Было принято решение о переносе ботанического сада в западную часть города. Новый сад основали в 1954 году созданием университетского кампуса Гиват Рам. И следующие 30 лет на территории сада велись работы по сбору коллекции, озеленению и оформлению зон. Первых посетителей ботанический сад в Иерусалиме принял в 1985 году. А мы путешествуем по парку в середине февраля 2021 года. Это озеро располагается в самой глубокой части сада, на участке, где произрастают растения из Европы. Озеро наполняется дождевой водой, поступающей через естественный канал, где вода циркулирует с помощью специальных насосов. Летом озеро полностью покрыто лотосами. Сейчас мы видим лишь оставшуюся часть великолепия. Орнитологи считают, что в течение года парк посещает порядка 50 видов птиц. В большом участке земли собрано невероятное количество видов растений. Здесь более 10 тысяч видов деревьев, кустарников, цветов. Это растения и из Азии, и Северной и Южной Америки, из Австралии. Невероятно большое количество видов, подвидов растений со всего мира. Площадь сада 12 гектаров, где все насаждения разделены территориально. Сад разбит на 6 участков, представляющих флору определенной части земного шара и имитирующих их растительные пейзажи.
Сложный горный рельеф Иерусалима и близкое соседство с пустыней создают здесь уникальные климатические условия. Все это учитывалось при создании сада и размещении растений. На сравнительно небольшой территории уживаются растения из различных климатических зон земного шара. Это не просто красивый парк для прогулок. Здесь ведется серьезная исследовательская работа. Для сохранения, демонстрации, обучения и даже возвращения в природу здесь выращивают порядка 300 видов исчезающих растений Израиля. В течение года здесь проводится множество культурных мероприятий на ботанические и художественные темы для любого возраста. Существует разнообразные социальные и общественные программы. Это место встречи природы и человека, где человек приближается к миру растений, учится узнавать этот мир, любить и сохранять его. Во время создания сада были обнаружены эти древние погребальные пещеры, датируемые периодом Второго Иерусалимского храма. Есть еще такая замечательная площадка для детей, которой можно повеселиться и вот поиграть, как я. Посмотрите, зачерпывая воду. Или в другую сторону. Вот такое колесо покрутить. Вот так, играя, дети обучаются природе, привыкают к ней. Например, можно открыть запруду воды. Посмотрите, мы открываем ее. Как интенсивно сразу вода начинает двигаться. Ага. Да, вот теперь вода пошла. Такая водокачка замечательная. Обратите внимание, механизм целый. Да, хорошо. Смотрите, какая прелесть! Ну что за формы и что за размеры? Брахихитон, как он надулся, это суккулент, он вбирает в себя влагу. Великолепные деревья. Сейчас они не цветут, когда они цветут, они цветут прям красненькими такими шариками. Здорово! А это земляничное дерево.
Смотрите, какой окраски его ствол. Такие деревья в народе называют бесстыдницами за то, что они сбрасывают кору и обнажают ствол. В Америке земляничные деревья зовут шептунами за то, что во время сбрасывания коры слышится мягкий треск и шорох. Это происходит в середине лета. Кора падает в виде стружки, обнажая молодую нежно-зеленую ткань. А потом новая кора, испытывая красочное преображение, к следующему лету вновь обретает обычный темно-красный цвет. Посмотрите на эту цветущую ветку. Это банксия, гость из Австралии. Цветок банксии дает очень много нектара, чему, конечно же, рады вот эти пчелки. Глядя на этот колючий и устрашающий ствол сейбы замечательной, никогда и не подумаешь, что цветение ее поистине великолепно. Это гость-эндемик из Южной Америки. Анемоны бывают не только красного цвета, но и розовые, белые, сиреневые. В живой природе Израиля можно встретить целые цветные поляны с этими полевыми цветами. Очень люблю розмариновые кусты. Вот вы видите, здесь шикарные. Такими украшают ландшафты в Израиле. Особенно популярен он в Иерусалиме. Я вижу, много пчел собирает нектар. А вот чуть дальше мои любимые цветы святой земли, которые встречаются в дикой, живой природе. Мы недавно их видели в Верхней Галилее. Называются они люпины. И правда, немножко похожи на васильки. Посмотрите, какая прелесть. За мной целый цветочный ковер люпинов. В ботаническом саду при университете Гиват Рам кампуса в Иерусалиме. Как же без Библии в Израиле? И в ботаническом саду в Иерусалиме также есть библейская тропа. С обеих сторон этой тропы высажены более 70 видов растений, упоминаемых в Библии. Среди которых, конечно же, упоминается пшеница, мандрагора, финики, оливы и многие другие. Это довольно-таки интересная и популярная часть сада. Длина этой тропы 500 метров, и с двух сторон от нее высажены растения 70 видов, каждая из которых упоминается на страницах Библии. Здесь высажены и пшеница, и виноград, рожковое дерево, финиковые пальмы, оливы, гранаты, боярышник и многие другие. Разобраться в растениях и их связи с Библией помогают специальные таблички вдоль дороги. Неожиданно нам попались на глаза цветущие васильки. А эти красивые деревья
сирийские груши, которые скоро расцветут. Пел, лакомился нектаром цветущего миндаля и нас почти не замечал самец палестинской нектарницы. Эта маленькая птичка очень похожа по виду на колибри. Они могут пить нектар цветов даже вверх ногами. Длина этой птички 10-11 сантиметров, а вес всего 8 грамм. Палестинская нектарница в 2008 году была номинирована на звание национальной птицы государства Израиль, но заняла лишь 4-е место. А вы знаете, что в народной медицине со времен Гиппократа цикламенами лечат многие болезни? Местные жители-арабы используют листья цикламенов в пищу. Это очень полезно. Мне, как фанату орхидей, не терпелось поскорее попасть в тропический сад. Ведь там они растут. Воображение рисовало диковинные виды и окрасы этой поистине цветочной аристократки. Экзотичность и небывалая красота этих растений привлекала человека испокон веков. В мире нет ни одного семейства растений, которое имело бы столько же видов, как семейство орхидей. Происхождение этого цветка обросло огромным количеством легенд и поверий. Ведь все прекрасное сразу обрастает мифами. Разные народы приписывали цветку лечебное, что небезосновательно, а также и магические свойства. Кстати, всем известная натуральная пряность ваниль изготавливается из орхидеи ванила. Они тоже растут в этом тропическом саду. Основная легенда о происхождении орхидей повествует об осколках разбившегося радужного моста, созданного солнцем для встреч с землей. Но злые духи разбили этот мост, и радуга рассыпалась на землю тысячами осколков разных цветов и оттенков. Осколки стали, конечно же, прекрасными орхидеями. Орхидея – символ любви и неземной красоты, и многие любят свадебные букеты с этими цветами. Самая богатая в мире коллекция орхидей в Сингапуре. Там произрастает более 60 тысяч растений этого семейства.
XIX веке Америку и Европу просто накрыл бум орхидомании. Настоящая орхидейная лихорадка. Сборщики орхидей, циничные и расчетливые люди, хищнически истребляли орхидеи на местах их произрастания, вырывая все до последней псевдобульбы. Растения гибли от жары или гнили от влаги по пути в трюмах парусников, и лишь немногие прибывали живыми в порт. Царила мощная конкурентная борьба за редкие сорта со всеми вытекающими отсюда последствиями. Редчайший и дорогостоящий цветок орхидеи – это сорт, исчезающий в природе, золото кинабал или орхидея-башмачок Ротшильда. В честь покровителя орхидей и садоводства. Появился цветок в Европе в 1887 году. Продавец всегда намеренно указал неверно ареал его обитания. Эта практика обмана успешно тогда применялась. И 60 лет цветок безуспешно искали в Новой Гвинее. Эта орхидея цветет раз в 15 лет, и стоимость побега доходит до 5000 долларов. Вот такие истории. Возможно, и в коллекции орхидей этого тропического сада появится когда-нибудь такой цветок. Это что за диковинная штука? Некая хижина или большая нора, попавшаяся нам по пути? Оказалось, что это авторская работа голландского художника по окружающей среде, известного своими инсталляциями и природными скульптурами. Зовут его Вил Беккерс, и проживает он сейчас в Бельгии. Называется эта инсталляция «Наши корни». В течение 2 лет, в 2015-2016 годах, израильтяне и палестинцы совместно работали над этим проектом. Длина скульптуры 60 метров, и она изображает окаменелое упавшее дерево в симбиозе с окружающей средой. Жизнь и процесс разложения следуют друг за другом. Для строительства проекта использовали глину и эвкалиптовые деревья в уникальной технике. Вот это да! Это что за смелый ребенок оставил здесь свою игрушку? И где были его родители, подумала я, увидев вот это. А потом еще и еще одна. Ну что ж, если нет здесь настоящих коал, то подойдут и игрушечные. Отдельное место в саду занимает коллекция южноафриканских растений, среди которых особенно выделяются красные или устрашающие алоэ. Эти экземпляры с красно-оранжевыми соцветиями растут в ботаническом саду уже более 20 лет. В целом здесь в саду посажены более 20 видов алоэ. Чтобы полюбоваться на замечательный комплекс ботанического сада, многие оформляют годовой абонемент и наблюдают за растениями в течение всего года. Ведь посмотрите, какая красота была зафиксирована нами в феврале. Ботанический сад постоянно меняет свой облик и красив в любое время года.
дорогие друзья, с вами были Павел и Лариса Платоновы. Мы получили большое удовольствие, гуляем в этом месте, созданном огромным человеческим трудом, знаниями и, безусловно, любовью к этой земле. Всем большой привет из ботанического сада Иерусалима. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Становитесь спонсорами нашего канала и благодарим тех, кто уже оформил такое спонсорство. Будьте здоровы и до следующих встреч на Святой Земле.